1983 год. Фильм о тяжелом становлении советского джаза. В нашей стране все было тяжело. Все закупалось за рубежом. Тракторы, самолеты, джаз. Поэтому играть свой джаз было практически невозможно. И музыканты были, и концертные залы были. Были даже музыкальные инструменты. Но была и конкуренция. Новоявленных джазменов давили и гнобили. Им не давали выйти в люди, то есть на публику. А вдруг публике это понравится? Но талант невозможно закрыть на замок. Талант, он потому и талант, что он силен, предприимчив и настойчив. Талант вырывается из любых цепей, преодолевает любые бюрократические препоны. Талант умеет выигрывать любую конкуренцию. Этот фильм о силе и непреодолимости таланта. Талант – это все. Он весь дрожит от страха, не слыша Баха. Теперь на нем играю я. Старый рояль, мне поверь, старый рояль.